утро на Елисее. Работала, да. Фотография? Да. Покажите, что вы там уже наснимали за лето. Ничего, мы только начали. Так вы же целое лето работали. Так, а пленка-то меняется? Да, но любимой работой я работала. Да, я фотографировала, я ездила в горы, фотографировала в горах, так что у меня было офигенное лето. Где это? Ергаки. На Ергаках хорошо? Офигенно на Ергаках. Да? Это лучшее место просто в мире. Вообще, что может быть лучше гор? Все лето на огороде. Ничего не посетили, только вырастили. Малина у вас какая-то особенная? Да не особенная, такой сорт малины. Патриция, без шипов. Ранняя малина. Очень вкусная. Сладкая. Можно попробовать? Да, конечно. Пробуй сам. Выращивала цветы, овощи, ягоды. Все лето, цельное лето? Цельное лето. Безвылазно? Безвылазно. Да ладно? Да ладно, вот вам ладно. Скажите, это вы в цветах вон на фотографии? Да. Это что был за день такой? Почему вы решили сфотографироваться? Для того, чтобы видели, что у меня такие кустики красивые. И вот так, чтобы было красиво. Видели, что это я не обманываю, не халтурю. Скажите, чем занимались этим летом? Ну, чем? Вот... вот. Питанием детей? Да. Не дали отдохнуть? Дали, это лучший отдых. Это лучшее, что могло случиться со мной в жизни. Случится по этим летом? Да. Поздравляю. Скажите, кто родился? Девочки. Девочки, как назвали? Алиса и Арина. В основном в работе. Большое Правда? Событие у нас случилось. Какое? Покупка квартиры. Да ладно. Долгожданно. Поздравляю вас. Спасибо. И получается, вот работали все лето усиленно, вот нигде никуда не съездили, ничего не увидели. До дачи только. Да? Вырастили хоть что-нибудь прекрасно? Ребенка. Никуда не ездил, работал. Как и все красноярцы. Я не в Красноярец, я приезжий. Да? Откуда вы? С поселка Курагино. И чем вот летом занимаются курагинцы? На реку, отдых на реке. У нас река хорошая, Туба. Я успела слетать в столицу в нашу. Там немножко провела времени и вернулась обратно к работе. Что это было за приключение такое в Москве? Мы готовились тоже к одному мероприятию. Называется Fashion Fest Moscow. Ну и, соответственно, тоже наша такая тема, скажем. Поступил в Красноярск сюда, в СИБГУ, на бюджетное место. А специальность какая? Программист, программная инженерия. Серьезно? Да. Поздравляю. Спасибо большое. Посетил на Алтай. Прекрасно. С семьей. Может, было что-то такое безумное, сумасшедшее, что вы совершили этим летом? Я, короче, на Алтай сел на лошадь, а она поскакала галопом. Это было неожиданно. У меня, короче, все вещи повылетали. Это было круто.